Готовы? Да. Ой, как красиво! Живой. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Радекс, Крошка Окрошка, Дарк Драгон, Куджо. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, землечки. Мы есть на дереве летающие. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание на деревянном доме. Погнали. Что там, пацаны, не ломается? Ничего еще? Оп. Не, нормально. Ага, а я пока перемычки поломаю все. Дом считается. Считается, да? Да. Вот, опа, все, выбыл. Так, человек. Один выбыл. Стой. Я его убил. Все, теперь он ждет. Пацаны, расшатывается? Да, чуть-чуть. А так. Ой-ой-ой. Кстати, прикольная рубрика. Так, мне нравится. Если ролик наберет 3000 лайков, это значит, что зашел вам этот новый рубрик, и мы будем его еще записывать. Пацаны, нормально все там? Да. Серега? Я живой. Живой. Хорошо. Ого, по башке дало. Ломается здание, ломается. Падаем. Подождите, нифига себе нагрузка идет на столбы. Офигеть, ребята, что вы? А дай я посмотрю, как вы там выживаете. Нам хорошо. Я вижу, там кто-то сидит на альте. Это же нечестно, Серега. Это, ах ты, какой хитрый, я увидел. А, раз ты так будешь делать. Хорошо, давайте с этой стороны перемычки. Я так сделаю, чтобы асфальт разрушилось. Давайте, хватит сидеть. Нечестно. Да, ребята, давайте по-честному. Я знаю, что Серега любит читерить. Да я тут. Ладно, шучу, я тоже люблю. О, блин, мимо пролетаю. Хорошо, давайте надпилим вот эту вот посерединке. Опа! Ого! Нормально? Ух, колбасит как, смотрите! Так, осторожно. Еще одну. Я не хочу убирать. Серега, следующий раунд ты будешь сломать, а я буду сверху выживать. Попробуй, как это оно? Че, накреняется еще или нет? Да, чуть-чуть. А, ну назад уже возвращать. Но видите, как на эту перемычку идет сейчас нагрузка. Она просто колоссальнейшая. Поэтому мы ее ломать не будем. Давайте сделаем так, чтобы в другую сторону расшатывалась. Блин, не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотри, как пацаны падают. Нет. Один выпал. Еще один выпал, отлично. Так, ребят, давайте эту. Бум. Упал. Отлично. Вот это жесть. Бум. Я остался. Офигеть. Кто выжил? Драгон последний. Драгон, ну то что? Как всегда, ты задрот еще тот. Ну что, Серега, ты готов ломать? Да. Ну что, давай, ТП-хай все наверх. Сейчас, ТП-хну. Лифт, Дима, можешь сразу удалить? Да, без разницы, все равно ему недолго осталось. Ну я прикольно вас помучил, да, пацаны? По чуть-чуть ломал. Да. В конце ролика, досмотрите до конца, мы эту постройку очень мощно взорвем. Сдалека карта большая, и наблюдать будем это все очень по красоте. Как вы это любите. Ну и мы тоже. Ну что, Серега, давай, ломай, наверное. Ой. Да, я готов. Так, ну начну с перекладин. Давай, чтоб я первый не свалился, надо тут. Так, расшату. А ты быстро, да, ломать будешь? Так, потихонечку. Потихоньку, да, давай. Так. Ой, стоите, да? Так. Да нормально, Сережечка, я вижу. А чем ты ломаешь? Мечом. А, мы же добавили очень крутое оружие. Лазерным мечом. Ну, пока мне все хорошо. А я растягиваю. Давай, я понял. А можно так разломать, чтобы она не накренилась, а просто вниз упала, вот так как бы разрушилась? Наверное, не. Опа! Ребята, Рокси, держитесь, Моунти. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень крутое, и идея крошки-окрошки, она просто замечательная, мне нравится, молодец, классные идеи придумал, офигенная просто, это будет одна теперь моих любимых рубрик. Знаешь, что тебе скажу, Дим? Да. Если ты был за моей стороны, это видео как не колбасит, а нет. Мы можем вообще в одном из роликов подцепить очень много шаров на эту постройку, и отломать дно, и полетать на этой постройке. Летающие дома будут у нас. Сережечка! Да, я смотрю, как ты ломаешь там. Пацаны, будьте осторожны. Солнышко. Да, я вижу, Серега. Нифига себе, тут у нас как будто землетрясение. Опа! Что-то хрустнуло. Монти. Сидим. Все очкуют, да, пацаны? Страшно?
А давайте да. Я вам усложню немного задачу. Вы, надеюсь, на мосту не стоите? Нет. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И кто хочет с нами записать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Серега, что ты сделал? Мы поехали куда-то, мы уезжаем куда-то? А куда мы едем? Саратов. Саратов? Так мы оттуда никогда не сбежим. А чё, и мы дальше кренимся, пацаны, нормально. Еще никто не упал. Не, ну мы едем куда-то, я не знаю куда. Офигеть, мы разрушаемся. Давайте посмотрим, куда мы там вообще едем. Относительно чего? Смотри вниз уже, сколько я тут сломал. Нифига себе, а на чем мы держимся, на воздухе что ли? Соплях, Монти, тебе приндец. Давай, давай, покажись. Так, я слышал, как он ломает под нами прям. Ну, Серега, ну ты такой злой. Опа, мы куда-то едем. А куда мы едем? А, вот мост держит. Тут, видно, сварка есть, поэтому будем держаться до последнего. Они между собой все связаны. Были. Да. Были. Опа, шатайтесь. Да, шатаемся. Серега, стой. Слышь, у меня сейчас будет так морская болезнь, если ты будешь дальше нас так расшатывать. Опа, хрустнуло. Тихо, держит. Держит мост, ты вижу. Этот мостик хорошо прикреплен. Вроде кажется, что плохо, но в Арисмоде сварка держит отлично. Серега, ну ломает, что там? Сейчас. Выглядываем. Опа, стрелами решил. Опа, что-то хрустнуло. Я слышу, что-то хрустит. Подожди, ты отделил нас, что ли? А, мы мостиком держимся, все отлично. Если будем падать, будем падать с пацанами. Я перекладину ломаю, чтобы это... Давай. Я буду здесь внутри, я не буду падать, я и не собираюсь это делать. Что он там делает? Какие-то звуки странные издает. Ну, Серега, мы же жить хотим. Готовы упасть? Да. Нет, готов уже. Видите, как Монти, когда болтает головой, у него челюсть внизу шатается. Опа, Серега, ну, блин, мост, классно. Сварка держит, все отлично. Держит? Да, все хорошо, Серега, ломай дальше. Я чуть не упал. Я не знаю, я держусь вообще или нет, я не знаю. Так, тихо, давайте сюда пролезем. Так, это знаешь, как домино, Дима? Давай, показывай свое домино. Мучай до последнего. Сколько ты уже поломал досок, что мы не падаем? Я не понимаю, что происходит. Во, посунулись. Ой-ой-ой, пацаны, осторожно. Осторожно. Блин, я не знаю. Я упал первый. Нет, я еще на досках. Ух. Блин, неужели мы все сдохли? Блин, это было эпично. А ты смотри, Дима. Я понял. Ну что, Dark Dragon, ты готов нас поскидывать? Да. Давай, покажи вещи. Я не знаю, как я устоял. Это была жесть. Блин, обидно, что я первый упал. Но ничего. Ну что, пацаны, вы готовы? Да. Так, я буду теперь в другом месте выживать. Мне кажется, та сторона была хлипенькая какая-то. Или Серега специально там больше ломал, я так и не понял. Блин, ну хотя там... А, тут стекло стеклянное, да. Я от фонаря все ломал, Дима. Dark Dragon, ты готов? Не знаю, готов я. Давай, ломай, покажи, как надо разламывать помещение. Ой. А он монтировкой решил. А, ну это долго будет. Да, но блин. Это жестко, но медленно. Serious M2 монтировка, пила есть. Или она быстро пили, базирный. Да. Да, не, это его не поломает. Тут надо прям много разломать, чтобы они падали. Ну-ка. Да он любит все. Упал человек, выбыл. Радекс выбыл. Радекс упал, да. Видно, расшаталось здание и немножко его откинуло. Как вам сломать еще? А, я знаю, как сломать. Ванесса, как у тебя дела? С мужским голосом. Замечательно. Это лыч, да. Кролик с мужским голосом. Ой, чуть не упал. Кстати, да, он бывает подталкивает как-то. Который Dragon слабо сегодня, я думал, будет помощнее упашить. Подожди, там у вас не коренится ничего? Не, у меня тут шатается, немножко колбасит даже. Все нормально. Да, вроде бы все хорошо, ты слабо ломаешь. Надо сильнее. Я сломал некоторые. Так, я пока спущусь ниже, если падает, то ниже будет. Дим, ты лучше повнимательнее смотри. Я внимательно смотрю. О, отлично, вот здесь место, смотрите, прям держит везде, стекло есть. Уйди.
Ну чё ты видишь? Чё там, Серега? The King of Fire. Он хочет выиграть просто. Ого, чё случилось? Дима, вали лучше оттуда. Я валю. Я упал, блин, оно меня откинуло. Оно реально меня выкинуло. Ох ты, как хрустло. Слышали этот звук, как выстрелило? Ого, прикольно кренится. Сережечка. Я еще стою. Давай. Максим тоже стоит, крошка. Давай поможем. Помогите, давайте. Опа! Ну что, Серега, кто упал? Монти упал. Серега, ты где? Ну. Красиво. Эпичные кадры. Я последний упал. Да, Серега, я видел, ты упал последний. Так, пацаны, все, делаю красоту. Смотрите, что мы сейчас делаем. Вставайте, сейчас опять ставлю здание. Только будет небольшой взрыв внизу, но вы выживете. Только разломает эти штуки. Так, дубликат. Чпоньк. Все, заходите наверх. Вам сейчас понравится. Сейчас я телепортирую всех. Давай. Вот эта бомба. Все, вы наверху все? Да. Так, ребята, как я обещал, сейчас мы сделаем эпический взрыв. Давайте мы отлетим. Понял? Давайте так, чтобы было прям нам все видно и наглядно, я включу нам бессмертие всем. Мне кажется, так будет прикольно. Так мы не выживем, все равно. Да, я же вспомнил, эта бомба убивает всех. Так, давайте возьмем снайперку, чтобы сдалека взорвать. Она бесит. Не, вы выживете, кстати, она не бьет, она только в ширину бьет. Я так думаю. Ну будет красиво, давайте так, чтобы вот не прям далеко. Ну вот так вот. Готовы? Да. Ой, как красиво! Живой. Это было эпично, ребята. Вы живые остались? Нет, я живой. Это было супер. Это, наверное, самый лучший взрыв, который мы делали в Гаррис Моде. Хочу еще разок бахнуть по красоте. Серега, хочешь посмотреть, как со стороны он взрывается? Пацаны, ну там вот стойте на спауне, я вам сейчас все покажу. Только я сейчас сделаю не одну постройку, я их несколько взорву, вам должно понравиться. Одно взрыв будет один мощный, посерединке. Чтоб они разлетелись. Ой, лагает, дай за двух. Ну ничего, нас это не отталкивает. Бомбочка. Включай, пацаны, я лечу к вам. Буду с вашей стороны смотреть. Давай. Это будет эпичнее. Ой, блин, вообще классно получается. Так, оружечка. Чпоньк. Смотрите. Кабум. Еще разочек. О. Холостая. И ты говоришь, это бумаги за... Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Ребята, как всегда, мега взрывы Серега делает. Ого.